На улице Крылатские холмы. Осенним бульваром. Остановка. Транспорта. В ту сторону у нас будет станция метро Крылатская. Занимаемское шоссе. Автозаправочка. Крылатские холмы, дом 40. То есть это уже окончание улицы фактически. Посмотрим, пока у нас светофор. Можно полюбоваться на благоустройство осеннего бульвара. Пятидесятый автобус начинает свой путь. Метро Краснопресненская. А мы дальше двигаемся по улице Крылатские холмы. Здесь, кстати, уже заканчивается жилая зона, дальше лес, за ним Черепково и МКАД и престижнейшие районы. Заканчивается улица Крылатские холмы, здесь она впадает, можно сказать, улицу Осенняя. Вот она, Осенняя улица. Вот улица Крылатские холмы. Подождем пока переход. Отделение внутренних дел. Пойдем немножко пройдемся по Осенней. Взглянем в обратную сторону.